Я буду прям халдить в дуплет. Потому что эта карта на победу, если еще золотая. Это продать. Блять, думаю, блять. Ну надо мохнаток отсюда пытаться выравливать. Пытаться мохнаток выравливать. Надо 3-5 продавать. Еще реролить на Дарнозму 100%. 100%. 100% надо реролить, потому что золотая карта это на победу. Ну ее нет. Я буду ее пытаться собирать дуплет. Это просто хайрол на победу. Все. Время вышло. Полный вперед. Ну, то, чтобы рано не дали мохнатку не нашел. Пробуем. А, да. Понял. Можно было в шестерку выйти, про бледуху раскопать, но мне дали хуйню хайрольную, ебаную. Добро пожаловать на борт. Чё, взять на яйце, что мы найдем дуплет карты какой, вот этой, и найдем пипегу на воскрешение. У меня другие варианты есть выиграть эту хуйню на дьяволе, у которой пипега, таунбабл и так далее. Я думаю, что нет. Ну, я либо за хайролю, либо просто займу топ-6. You are not out of this yet. Удача на моей! Это существо мне нравится. Я, наверное, не найду в жизни эту карту. Благодарю за донатик. У меня здорово, других карта, аутов точка, нет. Пожалуйста, передай нет. Привет Олесе Кейсе. Точка. Она каждый день смотрит твои стримы. Точка. Заряжаю на топ-1 кеку. Нет вариантов. Вариантов выиграть нету. К сожалению. По-другому нету выиграть. Ну выиграть что? Резко карта из пула пропала, понимаю. За 20 роллов, кстати, ни одного брана не было. Ничего не было. Я бы не выжил бы. Сейчас увидите за его стол. Вон его стол, блядь. Я бы не выиграл это в среднем никогда. Типа, даже если бы как-то я это пробивал бы, у него хуйня на минус баблы, у него, блядь, мохнатка, я... Секрет ебучий, который в среднем меня кикает. То есть это просто, блядь, не выиграть. Ничем. Что мне давали в роли такого, что могло бы помочь мне выиграть? Что, ничего не помогло. Давали баблера еще одного 3 атаки. Серьезно, блядь. Серьезное заявление. 20 потоков еще у хуйни. На удары, конечно, перфектные. Я буду ролять на всю котлету Дарнозму. Отсюда найти пипегу, которая лестница отсюда. Либо потратить 3 рерола на нахождение Дарнозму. Дарнозму золотая мохнатка. И... Что, блядь, и что-то еще. Нам не помешают свежие силы. Ладно, ГГ. Охуенно упарываться в поиск одной карты. Я не вижу вариантов здесь собирать, блядь, 2-2 забавщики и
блять, и сидеть что-то еще придумывать. Что я, блять, буду сидеть, собирать 2-2 забавщики? Все, я не вижу другого варианта в этой игре. Не рольнул, вылетел, все. Карта резко попала, пропала из пула. Пристегнуть ремни, мы стартуем. Нету, если бы я с обилки хотя бы нашел бы мохнагу, видите столы у челов? Вы просто видите, мне то, что из Диабло не вылетело, это вообще какой-то лаг был нереальный. Как я, блядь, должен выигрывать статы по 20 статов, блядь, таун баблы, воскрешение мохнаток на пятый таверну, ты ебаный. Как я еще должен это выигрывать? Собрать золотого Дарнозму, найти золотую пипегу, взял воскрешение заранее для того, чтобы сыграть вот это, блядь. Ну не дали. Не дали. Как я вот это, блядь, выигрывать должен? Как? За пятой таверне, конечно, дохуя карт, которые бы это выиграли. Ну резко Дарнозму пропал, не собирается. Okay. Брана тогда тоже не дали, блять. Прикольно. И это никакой не кильд, это просто чистый факт. 761 ПТС, ёпта. Ничего не могу найти за хайроли, блядь, долбоёбы показывают 300 статов пиратов, блядь. 3 адапта, 11 ход. Просто надо смотреть правде в глаза. Никак не выиграть больше. Like какой смысл замазываться в поиск одной карты и сосать, когда можно играть от того, что дают? Вас, блять, я не знаю, вы не слышите меня или что? Я 3 раза уже объяснил, пиздец. Ой, заебали. 3 раза объяснил, почему это сделал. Все равно не поняли, блять. Бля, ну токена нету, конечно. Он не ставит карту, я предлагаю взять заточение на битве. 2 рерола сделать. Ок. Давайте маев возьмем и 2 рерола сделаем. Что это надо? Хотя можно даже бесика будет подсейвить, но мы не знаем, какую нам карту дать. Гость сделаем так. Бесик 4-4, это сильно. Мы капельку точно будем. Время вышло! Полный вперед! Синедика дали. Синедика дали, берем что? Ну, скорее всего, берем мохнатку, делаем на нее обилку, дальше капелька стенка. Можно морозилку взять. Морозильник можно взять, заморозить 2 карты. Это будет плюс 4-2. Что лучше? Что лучше, взять капельку, сделать заморозку 2 карт, либо взять Синеда сюда? Бля, сложно, кстати. Наверное, даже заморозка поинтереснее. Это будет 3-3 плюс 4-3. Давайте морозильник возьмем. Холодильник. Холодильник лучше сделаю. 4-2 на третью ману, это сильно, слишком сильно. Можно было левелапнуться, но... Не было смысла. Шувика ебуного дали, блин. Ну, я бы хотел бы рольнуть отсюда, конечно, айсблок. Хочу ли я?
вместо капельки 2-2 поставить под риск то, что я... Ну, отсюда меня устраивает что? Меня устраивает масс-забав, и меня устраивает айсблок. Айсблок я хочу приоритете искать. Ну, понятно, что это выиграет раунд, но это раунд. Я думаю, что мы жмем абилки. 3-3 пираться абилки и стенка 2-2. О. Самый худший секрет какой здесь? Ни того не дали, блядь. Да. Айсблок искал. Капельку отдал, чё? Капельки нету. Личинку взять. Бля, растал, блядь, здесь. Ок. Личинку берем что? Думаю. Бля, дуплет никак не сделать. Личинку взять на голду. Личинку нажать. Вопрос сейчас с этим делать. Пиратика точно надо брать. Собачку взять просто потому, что это баба. Это мохнат. Да, половина лобби это пиздец. Ну тут 3 человека, блядь. Ну тут 3 человека и тут Рудью. Рудью надо наказывать. Четвером против Рудью играем, блядь. Так, ну чё кепка ебаная? Филактерия. Филактерия это кикис. Бесика дали, красненького дали. Может взять красненький. Ну бля, был бы второй красненький, был бы круто. Так, дали взлом жопы, чё был взлом жопы какой-то. Я считаю, что чтобы это была абилка очень сильная, эта абилка должна быть таргетная. Вот если сделают эту абилку таргетной, этот герой, конечно, будет тир один точно. Таргетная абилка, прикиньте, какой-нибудь бисик забафанный, который бафает всех на 4 хп, так еще и, блядь, умирает сразу. Либо не бисик 100%. Но это, наверное, тогда слишком сильный будет герой. Не знаю. Думаю. Не, я жму ее, anyway, на один забафу. Не хочу это брать, блять. Хочется на самом деле взять, но думаю, что не стоит. Сейчас я кого-то отраю. Таргет на жирного убивать на 500 хп. Ну а чё нет-то? Без рофла. Нормально было. Таргетная абилка, вы просто представьте, насколько она была результатной. Долбоебы все равно в баланс не умеют. Сделали бы так, повеселились бы хотя бы. Только не в 2-3 начал узнать. Хорош, Тарсян, хорош. Hello, Silver, are you охуел? Free players in lobby are fucking me. ВТВ. No. I'm not охуел, sorry. Карта. Можно сделать левел обилочку в баблера, наверное, это будет интереснее, потому что как раз пузырька взяли тогда. Подбафнуть, да? Может быть даже демона подбафнуть, а бабл не бафать, потому что, блядь, демон имба или чё? Сложный вопрос, так-то, хороший вопрос.
Я думаю, что демона бафать реально профитнее. Ну, потому что демон это реально векторная карта. Баблеры, контрится, хп против мехов не контрится, я без шуток. Но, есть проблема, пока я не нашел Аргуса, а я могу его не найти очень долго, он не будет умирать должным образом. Не повод ли это тогда забафать все-таки баблера? Вот you think, guys. Че думаете? Шувалорд, блядь, тупой, сука, сейчас займет. Я думаю, что баблера бафнем. Как расставимся? Не знаю, у него была стенка, два ишака добавились в одного обилка. Хуя, блядь, тогда нормально расставлюсь. Тогда норм расставлюсь. Хуя, два ишака под стенку, там живой вообще нет? Два ишака, раз тогда расставляемся нагло. Нагло расставляемся. Юпта, блядь. Юпта. Чё за дела? Юпта. Плохая карта. Ты чё, безбровая хуйня, блядь? Ты чё, безбровая хуйня? Проиграл. Ебать. Направо. И направо. Пиздец, безбровая залупа, блядь. А, блядь, минус 12 наношу, блядь. АВГ 8-10. You are not out of this yet. Так, ты куда пожелаешь? Кстати, взлом жопы дали под два ишака. Еще стенку дали, нормально. Отдавай-ка мне сюда картинку свою. Танчик. Дуплет берем, ну, наверное, нормально. Да. Я все равно вторую стенку буду брать. Ну го, подсейвим. Механизмики. Ну, увеличим время. Ну, бля, на самом деле, наверное, вот так просто расставимся. Эти карты забафаются на 4 каждая и пойдет. Пойдет все своим чередом. А что тиммейт? Ну, он захайролил. Это нечестно был хайрол. Просто, блядь. Вы понимаете, что... Вы просто вдумайтесь, что... со второго дропа падает две стенки под два ишака. Сколько стенок во вторых дропов? Две, по-моему. А, три. Демоническая, элементальная и пиратская. А, еще гуля есть. Ну их две упало одинаковые. Это что, честно, что ли, по-вашему? Это нечестно. Это просто, блядь, нечестно. Наверное, от Таун Бабла лучше сыграем, да? Ну давай, 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 сыграем, давай, сыграем, давай, давай. Тогда уж лучше вот так, мало ли там стенка 2-2. Сто. Время вышло. Полный вперед. На парашку! На парашку! Блять, карта не умерла. Это плохо, гайс. Блять. Только не... А, ну он тут никак не умирает, поэтому, в принципе, нормально. Looks like very good. Looks like very good. А, ну, конечно. Конечно, блядь. Конечно. Конечно. Блядь. Ну чё, кикать друга, что ли? Или чего, блядь, делать? Навязчивая реклама, блядь. Пошли нахуй. Чё делаем? Чё делаем? Ну, бля, ну, мне точно надо ставить стенку, чтобы забафались карты. Сейчас посмотрим, чё дадут. Ой, блядь. Элиза. Ну и что делать, блядь, как расставиться? Ну, мне надо как-то расставиться, чтобы не кикнуть его, но при этом получить фэлью и Лизу не ставить. Элизу не ставлю. А, ну, если сильный, то по максималке ставит, блядь. Ну, ставлю тогда. Расставляюсь норм. Норм. Он говорит да, но он сильный говорит. Окей, чат, окей. Он говорит, что он сильный. Тогда будет жесткая ёбка сейчас на экране.
У меня мохнатка есть. Окей, окей, окей. Looking sounds like okay, very good. Плюс дядя Богдана взял, который не забафал карты. Чат, ну надо в ничью сыграть. Дайте энергию на ничью, ладно, ничью. Да ты в ударе! 4%. Ебать стол, ты что, охуел? Бабл на мохнатку. Да! Сейчас бобрёр идём. АВГ 8.14. Бля, я просто сейчас охну, я так не хочу играть. Я просто ужас. Синедика дали, РДЮ дали, РДЮ. Я тебя сейчас кикаю, короче, братан, бля. Ты вылетаешь из этой игры. Бля, ну опять, если бы мне не снимали бы блок, я просто делаю левел-обилку, бам, ебать, и трахаю всех. Не могу этого сделать. А, да. Ну, есть демоны. А куда мне этих демонов садить? В очко себе запихнуть, что ли? В очко, что ли, запихнуть мне этих демонов с браном? Ну, бран крутая карта, но, блядь, не могу взять, просто не могу. Взять мохнатку баблершу под Элизу, потому что есть карта под нее, беру. Погнали вместе! Опа. Давай-ка сюда карту. Ой, РДЮ. Бля, на самом деле, возможно, даже это мохнатка, а не Элиза. Но с другой стороны, ну, две Элизы это интереснее, да. Но у нас есть три механизма плюс мохнатка под Омегу. И Омега это вектор. И что делать, блядь? Вот что делать в такой ситуации? Очень сложно. Я просто если делаю так, то обилку надо на рыбу кидать, потому что от Элизы мы избавимся, если пипегу брать. Ну, а как сыграть-то, блядь? Либо просто взять две Элизы, а там демоны. Давайте две Элизы возьмем. Я не хочу идти в мехов, когда мне дают так. Не хочу. Это очень нестабильно. Очень нестабильно. Не хочу. Время вышло. Полный вперед. Бля, ну что это за столы? Ёбаные. Нормальная мохнатка на столе. Ну, конечно, жесткая мохнаточка. Я ему пятнашку пробиваю, Элиза. Я ему пробиваю пятнашку, РДЮ. You lost this game, RDU. Sorry. Sorry about. Бля, РДЮ, как же сори, реально сори. Блять, РДЮ, как же сори. Прикиньте, блока не было бы. Повезло. Повезло, сучки. А, Раду Харстон, тебе не везет. Я еще не самый слабый, блядь. И тиммейт. Тиммейта дали, вы посмотри. Ты посмотри, что дали против тиммейта. Ебаный, брат. А что у меня было, кстати, какие Battle Cry играл? Я не помню, какие Battle Cry играл. Две Лизы, Ривендер, Чипин. Вывезешь? Ну, я очевидно беру. Продать карту, поставить. Мурлоки, но слабые. И что делать, блядь? Мурлоки, но слабые. 11, 20 хп, 2 яда. Таун бабл дали еще, ебать. Тоже возьмем. И как быть? Убивай. Убивать тебя? Я хз, как тут сделать ничью. У меня и шаг там, ну короче, блять, две Элизы. Но я не знаю, как его не кикнуть, чат. Ну походу надо кикать. Ну а что сделать? Ну кикаю тогда, все, блять, все кикнул. Все, считайте, что кикнул. Чат, считайте, что я кикнул его, окей? Все, я его кикнул, он сам говорит, что кикнул. Ну а что, блять, еще? Ну кикаю.
Ну, бля, тут реально, тут не расставится. Если мы не видим стола друг друга, тут реально не расставится. Ну, кикаем, чё, кикаю, блядь. Кикаю. Великолепно! Ебать, я усилился на максимум, и это не 100. На самом... А, ну на самом деле, блядь. Вот если бы я его стол видел, как можно было бы засейвиться? Вот давайте подумаем, как можно было бы засейвиться. Точнее, как можно было бы его засейвить? Можно ли бы это вообще было сделать? Как это сделать? Тут Элиза с обилкой, две Элизы вот у меня были. Если бы я Ревендера не поставил, вот что делать? Поставить просто Ревендера не ставить, но я тогда обилку бы не жал. Тут с одной голда. Шувалов вылетел. Это битва за тобой! Двадцать статов Мурлоки. Ну я не знаю, блядь, стола друг друга в Дискорде не видим, я не знаю, как тут сыграть пати, честно. Нету карт. Я не вижу карт в роли. У меня глаза закрыты, блядь. У меня просто... My eyes are closed. Думаю, блядь, думаю. Ну, кстати, Тони берем. Продаем стенку, берем Тони. Антона берем. Карту играем, блядь, карту играем. Под обилку, бэмчик, бэмчик. Я хуй знает, как можно было засейвить. Вот это я понимаю жизнь. Типа, он не умрет, и это точно бьет. Вот так вообще сделать, не так говно расстановка. Демоны 5. Мы точно бьем первый. Бьем карта, бьет карта. Поставить Элизу, она среборнится, возможно, карты и позлотится вот это. Может еще одна Элиза быть, да? То есть это правильно вот так делать. Так правильная расстановка. Блять, вы заебали свой смайл крысы спамить. Вы реально заебали, блять. Вы реально заебали свой смайл крысы спамить. Вы что, думаете, что это, блять, так просто, что ли, продумать? Вот вам дали скриншот. У чела Мурлоки 20 статов. У нас у обоих по 10 хп. Это не 20 и 10. По 10 хп. Это пятая таверна. То есть выживает любая карта, мы вылетаем. Это невозможно, блять, рассчитать без компьютера, типа, за минуту. Человеческий разум просто не вывезет, блять, такое. Как это сделать? Никак, блять, не сделать. Это ультра сложно. Это просто ультра сложно. Как вы, блядь, рассчитаете нерассчитываемое? Просто как? Своих, блядь, своих крыс еще ебаных спамят. Все это заебали. Позорники, блин. Вам бы лишь бы поспамить. Попробуйте хоть 2 плюс 2 посчитать в уме, а тут надо посчитать, я не знаю, интеграл, блядь. 20 интегралов за ход надо просчитать. Как в уме-то сделать? Лизу позлотил. Я кикнул его. Блин. Рдю такого не писал для боли. Бля, Рдю вылетел. Хорош, Рдю, пока. Победа! Растла дали, Растла. Ну, братан, тут все очевидно, я считаю. Бля, Реборн дали, дали Диабобуса, автобуса позорного, бля. Диабобус, ты знал, что ты позорный, нет? Позорный. Позорка. Золотой Ревендер. Чипин. Можно Ревендера золотого? Бэмс. Ты посмотри! Это же триплет! Думаю. Думаю, чат, думаю. Обилку надо сюда давать, я думаю. Второго чипина вместо него ставить просто и все. Хотя, мы можем, знаете, что сделать? Мы можем вот эту карту и еще одну Элизу золотую попробовать сделать. То есть затаунтить Чипина, затаунтить его, кинуть на него обилку, поставить его, оставить его, чтобы сделать еще одну золотую Элизу. Это, скорее всего, правильно будет. Скорее всего, это будет правильно. Прям, а тогда, если Аргус сыграем, мы вот эту карту больше никогда не сыграем. Окей? То есть делаем вот так, делаем вот так и делаем вот так. И, блядь, мы просто киборги какие-то, невероятно. Мы просто звери, блядь, мы звери.
дуплет не собираем. Мы просто звери. Вы понимаете, что мы звери просто? Мы зверюки, блядь. Просто не проигрываем раунд никогда в жизни. Великолепно! Это просто не проиграть. А, да? Хуя? Как проигрываем? Так, ну мохнатку убил с первой тычки, мне уже повезло. Ну, в принципе, уже вин, по-моему, нет? Уже вин, guys. We already won this fight, I think. Все равно позлотилась, бля, как работает эта игра, просто просто объясните, как она, блядь, работает, нахуй. Просто, бля, какая же игра, по-моему. Минус два. Ну, филактерию юзать, чтобы чипин взорвался прям сразу. Ну, блять, интересная, кстати, тема. Интересная тема, но без катгара, наверное, не очень, да? А что, нормально на самом деле? Ну, с другой стороны, хз, кекис какой-то. Наверное, котика возьму. Я не хочу филактерию бухающую взять. Типа, мне тогда надо будет ишака продать по 2 элизы. Да не, наверное, я котика возьму просто, да и все. Не хочу Элизу взрывать. Гулю, возможно, придется здесь просто поставить. Гулю, кстати, наверное...